Всем привет! Вы на канале Chef Games. Меня зовут Олег. Мы продолжаем с вами прохождение Мафии 2. Даже, можно сказать, завершаем прохождение. Деньжат, 83 тысячи для кого там? Бруно, что ли? Да. Для Бруно собраны. И мне нужно доскочить, отдать. Ну что-то мне подсказывает, что не будет так все однозначно и просто. Так, далеко там? На другой конец города. Ладно, едем. Подкатываем к Бруно и посмотрим, что из этого выйдет. Так, где заход-то? Что-то я не помню. Как заходить-то? Да пофиг. Где-то здесь, по-моему, что ли, про. Да блин, ну ты чё издеваешься-то, а? Где заход? С другой стороны здание я переперся. Тихо. А тут что? Режим работ. Йоу, Бруно, ты где? О, блин, что это за... Слушай, он тупиковый, да? Ну-ка. Если заваруха начнется. Вот он, где заход был. Пойдем. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло. Мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода.
Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Как всегда, звоночки. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи. Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Так, ну, насколько я могу судить и помнить, что это уже будет мое наказание. Мне придется там всех разнести. Так, тогда давай приоденем траурные одежды. Да? Да. И пойдем. Спокойненько в планетарь. Блин, ну, конечно, дождь. Твою же дождевую жизнь, а? Да бофиг. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты, а теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился! Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Ну что, воспользуемся последним шансом. Блин. И чё меня теперь без тачки-то оставили, а? Так. Мне нужна машина. Быстро. Быстро! Так, у меня же есть? Есть. Тачку. Ни одной тачки нет, а? Платьишки. Может, мне платьишко взять? Пом-пром-пром-пром-пром-пром-пром-пром-пром.
Иди сюда. Слушайте, мне нужна ваша машина. Мадам. Подвиньтесь. Поехали. Ну, сейчас быстренько завалим всех. Впрочем, как всегда. И все. Посмотрим, как получится. Так, подъезжаем. Наша обсерватория, где мы трупец один закопали. Так. Ну, погнали. Что-то я... А, ну. Я что-то не понял, а почему... Наверх, что ли? Нет. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только... Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Ну вот, понеслась. Миссия есть. Сейчас вальнем. Так, тихо. Да ты ж кинзмараули, а? Лежать. Сейчас быстренько всех разнесем и на обед. Тихо. Это что-то засел там. Нападем. Оп. Так, где-то наверху еще. Ну вылазь, давай, выходи. Ладно, я тебя и так достану. Да хорош. Еще один. Ну, оружие у меня полно. Даже не знаю, что лучше. Та-та-ра-тай. Та-ри-та-тай. Оп. Все, Томми Ган. Давай, пошли дальше. Под пулю попал. Все, тихо. А, уже.
Не, ну, ребят, извините, вы просто под пули идете, а? Вы чё, как в тире, с ума сошли? Вас не учили? Прятаться. Ага, ага. Тык-тык-тык. Коленочку. Я тебе башку к чертям отстрелю. Коленочку. Вот так. Коленки береги. Потом болеть будут. Че тут? Ничего. Па-пара-пам. Парарарам. Так, где-то там. Где-то там. Оп. Ничего. Никого. Воу-в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 оу. Чё твори... Ты чё творишь-то, а? Блин, неужели с самого начала, а? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин. Твою... Ириску-то, а? Ну начинается, ну начинается, а? Ну начинается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вся моя осторожность полетела к котейке под хвостик. Тихо, тихо, да... Чё, блин, прикалываетесь, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-хо-хо-хо-хо-хо! Чё ты мне предлагаешь? Так, пошли. Быстрее! Оп! Давай, выходи. Подлый трус. Я прикрою. Выходи. Ну давай. Все, нормуль, пошли. Ничего нет, никого. Как вот так вот, а? Надо было просто под шальную пулю попасть, а? Как это бесит. Давай, редиска. Слышь, редиска. А, от редиски слышу. На всякий. Так, ладно, пошли. Ну давай. Следующий. Идем, братва. А
Аккуратненько. Так, хорошо. Хорошо. Теперь самое главное не накосячить. Не накосячить. Твою мать! Давай, вылазь. А то вы начинаете там закидывать меня. Что, снял? Да хорош. Оп. Так. Пока не вижу никого. Откуда стреляем? О, воу, воу, да откуда, блин, стреляем? Чё за бред? Пули есть, а тела нет. Я не понимаю. Я честно скажу, я не понимаю. Так. А, вон ты, пес, где? Блин. Падай. Плысь. Ох ты. Это, видимо, задумано так. Под шальную пулю попасть. Фу. Вот, оказывается, что. Так. Оп. Оп, 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 оп. Вылетел он. Внезапно, а? Так, ну что ты там? А что, я вниз даже могу сходить? А что внизу? А, внизу журнал. Эй! Вот такая вот красотка, а? Ну да, ну да, ну да, почему бы и нет? Журнальчик. Главное, чтобы за этот журнальчик я пуль не схлопотал. Где-то там еще один засел. Так, где-то наверху. Слушай, а это уже... У него ствол! Блин! Пристрели, гада! Оп, идет, 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 идет. Я буду знаменен. Давай. Выходи. Выходи. Оп, привет. Лежать. У меня палец дрогнул. Так, вот это вот нехорошо. Я выхожу на открытое пространство. Мне это не нравится. Так, 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 так. Прячешься? Естественно, вы же дураки, блин. Как с вами не спрятаться-то, а? Ага. Ага. Оп-оп-оп. Бегать. Да сядь ты, дурачок. Твою мать. Так. Так, что дальше? А что дальше? А дальше, по-моему, уже финито ля комедия. Ничего тут интересного. Опа! Опа! Еще журнальчик. Два журнала за секунду, а? Ну так. Ничего-ста. Прикольно. Все, ребятушки, погнали. Здесь, наверное, выход уже, да? А здесь уже, наверное, будет выход.
Пойдем разнесем, товарищи. Так. О, какая красота. Блин, я надеюсь, не сверху, а. А мне вот вниз или вверх? Мне, наверное, вниз. Скорее всего, вниз. Блин, какая штука, а. Прикольная. Класс. О-о-о! Да ты прям ко мне пришел. Не стал меня дожидаться, да? Ну, давай пойдем. Давай пойдем, 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 пойдем. Струсил? Стреляй! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Следующий. Еще один. Еще один, еще один, еще один. Где ты? Где ты? Бежать. Так, пока все. Посмотрим, что тут есть. Вай-вай, какой глобус. Прикольно. Где Раша? Чего? Чего? Рупи. Какие рупи? Африка, вижу. Какие-то рупи. Чего? Вот расисты, а. Америка, конечно. А тут какие-то ропи. А, вон, Руси. Russian. Империя. Ха-ха, Российская империя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Российская империя. Конечно, конечно. Блин, прикольно, музей. Мы не пили, мы в музей ходили. Так, ну пойдем. Не дали посмотреть, а? Да вас там, твою мать, сколько, а? Все? Все. Я тут в музей пришел посмотреть. А вы мне не даете. Тут прикольно. Планеты вон. Люди рисовали. О. Какие-то темы. Это не журнал? Камушки. Марс, наверное. Чё это? Не трогать. Ну и ладно. О, какая. Канитель. Оп! Думаешь, ты крут? Да брось! Да брось! Ну что ты за... О! Бери его скорее, лодырь. Просто шальная пуля. Просто в голову. И все. Тихо. Я из-за вас, уродов, а? Ни черта камушки не посмотрел.
Упыри, а? Сейчас всех разнесу. Слушай, ну так не пойдет. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Дай. Тебе, блин. Тихо. Выносят прям не по-детски, а? А, он с этой, с винтовки, что ли? Очень даже может быть, что там винтовка. Лежать. Ну давай. Редиска пиписка. Куда делся этот урод? У меня патрон на вас на всех хватит. Что-то такая толпа. Выходи. Блин, жаль, у меня гранаты нет, а? Вот когда она нужна, гранаты нет. Давай. О, слушай, какой хороший аппарат. Да блин! Опять задел, гад. Где-то здесь справа стоит, а? Уходи. Все, лежать. Еще один. Папарапам. Парарапам. Да где ж ты? А, погоди, он один и был, да? Слушай, ну все. Наконец-то, а? Еще одна. Тут вход. Дробаш. Что тут у них еще есть? Патроны я все собрал. У меня патронов тьма тьмущая. А тут что? А тут типа север-юг. Возможно. Блин, какая красота, а? Люди старались. Подзорные трубы. Чё тут еще? Движение планет. Нельзя нажать? Нельзя. Так. О-о-о-о-о-о-о-о, погоди. А, не, нормально все. Все терпимо. Так, из чего мы будем стрелять? Да, без разницы. Погнали. Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой? Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Джо,
Просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клемен ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй. Собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита. Давай убьем подонка. Помни, о чем мы на счет говорили, три. Джо. Ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Три. Да, ё. В смысле? Ты чё? А, свой. Белом, блин, костюмчике, а? Уйди. Чёрт, кто-нибудь уберите этих психов! Где ты ещё? Сразу двоих, давай! У тебя нет шансов! Всех людей стреляешь! Оп-оп-оп! Лежать! Ты где ты? Ты свихнул, а? Смотри, как ты меня придумаешь! Где ты? Чёрт побери! Ща всё будет. Давай не... уже! Их там всё будет! Лежать, всё. Доели вы меня. Оп! Где ты? Где-то здесь. Ах ты ж! Да, ляж! Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... Это для меня. Пошел ты! Долбанный хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа. Даст свою команду. В общем, все о чем. Опаньки. Так, напоследочек, да? Мадмуазелька. Я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне $5 должен. А! $5 должен, ну конечно. Че это? Это у меня все есть. Ладно. Я тебя понял, я тебя услышал. Пошли, тут делать нечего, в принципе, уже. Можно вот так вот поглазеть, пока идем. Красота. Надо, кстати, сходить в обсерваторию. Нашу. Саратовскую. С детьми. Тысячу лет там не был. Да только в детстве я там и был. Ладно, не будем... долго задерживался. Это уже, по сути, финалочка. Где выход вот этот? Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить.
Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Джоуи. Грусть, печаль. Но есть теория, что он все-таки жив, здоров и в третьей части где-то засветится. Ну, как-то так. В общем-то и все. Мафия вторая пройдена. Остаются еще DLC-шки. И, в общем-то, на этом все. Есть у нас... Что тут? Вот как раз Joyce Adventure еще. Поиграем все в отдельных роликах, в отдельных частях. Так что это... Серия коротенькая, на 40 минут. Увидимся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кому понравилось, не понравилось, лайк, дизлайк. Все почитаю, все отвечу. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.